Во вторник Станислав Воскресенский посетил с рабочим визитом Пучежский муниципальный район. По традиции, один из пунктов в маршруте главы региона – объект здравоохранения. Терапевтическое отделение Пучежской ЦРБ обслуживает более 9500 человек. Зданию больницы уже более 35 лет. Сохранилось оно неплохо, но местами нуждается в ремонте. Это некогда парадный вход. С 2006 года, когда козырек над ним признали аварийным, здесь не ходят. 3 года, наверное, назад или 4 выходили на аукцион. То есть деньги, как бы мы находили, выходили на аукцион, сразу только как перешли в областной. Но эту работу за эти расценки никто не согласился делать. У нас здесь строительных организаций в Пучеже нету. А с Иванова, Кинешма или еще крупные, они просто сюда не поехали за эти деньги. Оборудованием больница укомплектована неплохо. Есть и УЗИ, и рентген-кабинеты. Проводятся биохимические исследования. Совсем скоро появится еще один аппарат ультразвуковой диагностики. Правда, нет своего ангиографа. Родильное отделение тоже закрыто с 2011 года. Пациентов частенько приходится транспортировать в Шую, Кинешму или Иваново. Отсюда проблемы транспортного характера. Вся логистика у нас направлена на езду Кинешма-Шуя. У нас где-то 199 выездов только за 2017 год было, то есть по перевозкам. То есть машины, как говорится, снуют туда-сюда. И изношенность, она, конечно, это самое. Вот то, что нам даже машину давали, «Газель» в свое время еще Коньков, губернатор, вручал для перевоза больных, для доставки в лечебное учреждение, она уже из ремонтов практически не выходит. Примерно такие же проблемы у большинства районных больниц, которые посетил в Рио губернатора. Потому решать их будут комплексно. Сейчас будем делать план маршрутизации, чтобы все понимали, с какими болезнями, куда мы кого везем по области. Но на него я хочу наложить план по ремонту дорог, чтобы у нас это было связано с здравоохранением. То есть там, где в первую очередь надо отремонтировать. В Пучеже глава региона также посетил летний парк. Его начали строить в 1952 году, когда из-за строительства Горьковской ГЭС строили новый Пучеж. Совсем недавно, в 2017 году, территорию парка вновь благоустроили. Волжские пейзажи и на Станислава Воскресенского произвели впечатление. Я вижу, конечно, Пучеж очень красивый. Мы сейчас с главой обсуждали здесь какие-то туристические маршруты достроить. Очень красивые места, фантастические. Вся Волга у нас такая, на самом деле. У нас куда ни приедешь, да и не только Волга. Везде места уникальные. Что надо себе напомнить о том, что это такие великие места, дышащие истории. И России, миру всему напомнить о себе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Пучежский район.